пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе нет знакомый встречный паренек. Очень символично, что праздник День торговли начался именно с этой песенки. Ведь улыбку и хорошее настроение на целый день нам может подарить и продавец. На праздничном вечере многим представителям сферы услуг и торговли были вручены благодарственные письма за труд, неравнодушное дело к своей профессии. Именно благодаря вашему труду мы занимаем топовые позиции на территории Московской области. И в розничной торговле мы занимаем 4-е место среди муниципальных районов и входим в 5-ку среди всех 68 муниципалитетов Московской области. На территории Ленинского района более 700 предприятий торговли, 17 торгово-развлекательных центров. В отрасли занято более 15 тысяч человек. Своей услугой мы, хотели бы порадовать наших видновчан, вообще жителей Ленинского района, устраивать им праздники, банкеты, свадьбы, всякие юбилеи, радовать нашей кухней. Сегодня непростое время для развития предпринимательской деятельности. Жесткая кредитная политика, экономический кризис в условиях санкций. Большой армии предпринимателей, конечно, в первую очередь хочется пожелать стабильного экономического положения во всей нашей стране. Хочется, чтобы у нас у всех был прозрачный бизнес, чтобы мы все работали только на благо нашей России. И, естественно, чтобы у всех были достойные зарплаты и хорошая жизнь. Город Видное растет, заселяются все новые микрорайоны, в которых развивается и сеть предприятий торговли. Иногда нам говорят, вы превышаете полномочия или власть, но я вам честно скажу, в этом и заключается работа руководителя, чтобы не побояться отстоять каждого из вас и дать вам возможность к развитию. Предприниматели активно включаются в общественную жизнь города, участвуя в разнообразных проектах. Мы разработали купоны и совместно с администрацией на общественно-городских субботниках раздаем. Люди, которые пришли добровольно чистить наше любимое Видное, мы раздаем эти купоны со скидкой. Представители огромной армии работников торговли с их профессиональным праздником поздравил и легендарный Вячеслав Фетисов. Людмила Медведева и я, Адами, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.